В одном из наших сюжетов мы уже рассказывали о девочке-бабочке Александре Ковальчук. Бабочками называют детей, больных буллезным эпидермолизом, потому что их кожа становится хрупкой, как крылья бабочки. На сегодняшний день это сложное генетическое заболевание невозможно вылечить полностью, но существуют виды медицинской помощи, позволяющие облегчить его течение и симптомы. Наш день начинался с того, что мы набирали ванну воды, садили в ванну, все это у нее отмокало. Эти штаны мы снимали с нее вместе с кожей, это была адская боль. Существуют разные формы буллезного эпидермолиза. У Саши Ковальчук одна из самых тяжелых. У девочки серьезные проблемы с глазами, в плохом состоянии все зубы. Поражены руки, ноги, колени, спина, и с каждым днем поражаются все новые участки кожи. Сашенька испытывает боль при каждом движении и приеме пищи. В принципе, ребенку невозможно есть, например, даже тот же хлеб, который корочка, он при глотании приносит ребенку боль. И потом, так как это ребенок, уже появляется боязнь следующего принятия пищи. Ребенок может парочку дней не есть. Курс лечения стоит более 1 миллиона рублей. И основная часть денег уже собрана родными, друзьями, коллегами и просто неравнодушными людьми. Осталась совсем небольшая по сегодняшним меркам сумма – 240 тысяч рублей. Эти средства необходимы для оплаты визита к стоматологу. Для людей с буллезным эпидермолизом лечение зубов – огромная проблема. Мы вновь обращаемся за помощью к телезрителям. Если вы хотите поддержать Сашу, вы можете позвонить по единому справочному телефону 8 800 119 29. Звонок бесплатный для всех регионов России. Всю информацию ищите на сайте www.helpdefischildren.net.